Всем здравствуйте! Сегодня утром стало известно об уходе из жизни известной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк. Последние годы она боролась со смертельным недугом и жила в затворничестве. 2 месяца назад знаменитости исполнилось всего 53 года. О смерти общественности сообщила старшая дочь актрисы Анна, опубликовав трогательное сообщение у себя на страничке. Предварительно прощание с актрисой может пройти в Московском театре имени Олега Табакова. Заворотнюк училась у мэтра и более 10 лет играла в его театре. Свои соболезнования семье актрисы уже выразили многие театры и российские деятели культуры. В окружении Заворотнюк говорили, что за последнее время звезда заметно стала, очень похудела и почти не могла двигаться. Последнее время актриса жила в своем особняке в закрытом поселке Крёкшино. Оттуда ее периодически возили в больницу на процедуры. Однако ни в частной, ни в государственной клинике помочь Анастасии так и не смогли. 2 недели назад ее состояние резко ухудшилось, и последние дни она провела в хосписе. Причиной смерти стал рак головного мозга, глиобластома 4-й стадии. Сообщается, что муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышов, оставался с ней до самого конца. У актрисы остались 3 детей от 2 браков. Старшая 28-летняя дочь Анна и 23-летний Майкл Стрюковы родились в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. 5-летняя Мила появилась в последних отношениях с Петром Чернышовым. Отметим, что старшие дети регистрировались на улице Улафа Пальмы, расположенном практически на берегу Мосфильмовского пруда, в столичном районе Раменки. Здесь находится огромная квартира площадью почти 200 квадратных метров, ее рыночная стоимость 200 миллионов рублей. Возможно, жилье досталось детям от отца. В последнее время Анастасия Заворотнюк регистрировалась в ЖК премиум-класса «Английский квартал», это на улице Мытной в столичном районе Замоскворечье. В комплексе в собственности Заворотнюк находилась 2-комнатная квартира площадью 73 квадратных метра. Цена жилья примерно 58 миллионов рублей. Также этажом ниже находится еще 1 квартира, которую занимает мать актрисы Валентина Заворотнюк. Ее площадь 83 квадрата. На ней числились несколько дорогих автомобилей, принадлежавших семье Анастасии. 2 Mercedes-Benz S350, паркетник Mercedes-Benz M-класс, Audi Q7 и Porsche Panamera. Кроме этого, есть и загородная недвижимость. Она находится в поселке бизнес-класса Крёкшино. Особняк Заворотнюк с мужем Петром Чернышовым приобрели в 2012 году, а перебрались в него в 2015. В апреле 2021 года пара переоформила его на Анну и Майкла. Подмосковная недвижимость представляет собой 4-этажный коттедж площадью 682 квадратных метра. Подобные особняки в поселке сейчас стоят примерно 200 миллионов рублей. Также в разные годы на звезду оформлялись жилой дом в поселке Малаховка, что в Люберецком районе Подмосковья, и 8 соток в элитном Одинцовском районе. Будем надеяться, что близкие родственники Заворотнюк останутся в хороших отношениях после определения наследства. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!